Защитники Белшины Даниил Нечаев и Владислав Солонович вошли в национальную молодежную сборную по футболу. Сформированная команда сыграет в матчах квалификации чемпионата Европы УЕФА-2021. Сегодня белорусы встретились с соперниками из Нидерландов на стадионе «Торпедо» в Жодино. 8 сентября нашей сборной предстоит выездной матч против португальских спортсменов. Игра пройдет в Лиссабоне. По решению УЕФА все матчи под эгидой организации проходят без зрителей.